Всем привет на 124-м стриме. Сегодня я, как и обещал, начну проходить игру Wings of Wii. Да, обещал я ее вчера, но она вышла слишком поздно, и вообще этой игре от роду можно сказать, что там около 20 часов. Так, но не знаю, почему я так решил сделать, но я еще не купил даже. Вот, привет, Тор, привет, Гоги Бастье. Сейчас прям купим ее в стиме. Но она мало весит, поэтому скачается, думаю, она очень быстро. Так, сейчас там... А, тут даже смс-чку не надо, ок. А, 87 мегабайт. Так, там видно же, да, все на стриме? Ага. 87 мегабайт она весит всего лишь. Меньше даже, чем... Другая игра от Талгрина. Ну, для тех, кто не в курсе, это игру создал Талгрин, тот же, кто создал I Wanna Be The Boshe. Да, ту самую Боше. И вот новая коммерческая, первая коммерческая игра от него, Wings of Wii, где весь контент оригинальный, ничего краденого. Такс. 40 ачивок даже. Надеюсь, они не такие глючные, как в Боше. Так, сейчас захватик сделаем. Нормальный. Секунду, секунду, секунду. Так. Как же чатик-то? Я не знаю, мешать, наверное, будет чатик-то. А, ну я, в принципе, игру уменьшу просто, наверное, да. Вот, скажем так, вот сделаем. Все, я думаю, что нормально. Ага, он предлагает мне вред на итрике, да что-то да. Он мне предлагает с помощью контроллера играть. Но мне почему-то кажется, это плохая идея, да? Как вы думаете? Или попробовать? Ну давайте попробуем. Просто я не знаю, тут спам нужен или нет. Так, нажмите... А, нажмите вверх на контроллере. А, он про другой какой-то контроллер думает, лол. Ладно, давай... Блин. Стоп, еще раз давай перезапустим. Сейчас я отключу все эти ненужные геймпады от компа. Ну, я же, кто не знает, недавно ресивер получил, наконец-то, из Китая для геймпада Xbox 360. Ну вот, поэтому все остальные геймпады, всякие там Genius и Logitech, надо подключать, потому что, видимо, игра именно их видит. А этот она не увидела, потому что он был не включен. А, не знаю, Тор, она не прям в стиле Боше, ну, как бы... Это не прям, это не Айвана в прямом смысле, насколько я понимаю, так что это не прям так вот очевидно. Так, options, configure controller. А, типа он не видит, да, Xbox 360 контроллер? По всей видимости. Привет, хвост. Так, хорошо, конфигурируй кейборд. Ой-ой-ой, так, не, резет, давай резет. Не понял. Что происходит? А почему у меня кнопка вниз жмется сама?
Чё? Форд, что ли? Вы видите, оно вниз жмет само. Оно вниз съезжает. Это чё, баг уже какой-то, что ли? Лол. Ладно, еще раз перезапуск. Салгрин, радуешь? Так, нажмите кнопку вверх. Вверх. Вниз. Влево, вправо. Прыжок. Ну, если это в стиле iWant, то я прыжок на кнопку вверх поставлю. Правда, непонятно, нужна ли кнопка вверх будет потом. А то получается, что у меня одна и та же кнопка. Поставлю пока так, как я привык больше играть. И стрельба на X. А, Action Key, ну пусть будет... не знаю. А это для чего она нужна, непонятно пока. Ну пусть Z будет. Меню... Ну меню пусть будет... На M. Ну, респаунер. Космическая задержка? Ну, не знаю, у меня никаких проблем не наблюдается. Тем более в аналоге Бастье нормально. Серьезно, что не так с этой игрой? Вы видите, да, что происходит? Блин. Display desk, разумеется. Display time, давай. А, play. Сейф один. Хм. Angel mod, прочитаем. Больше сейфпоинтов, слабее боссы и враги. Боссы и враги имеют меньше способностей. Дополнительные платформы. Life orb, какие-то жизненные шары, что ли, да? Возвращают тебя в безопасность после падения. Какие-то эти смертельные ловушки, да? И тратят здоровье. Так, Mortal мод. Нормальные боссы и враги. Демон мод. Меньше сейфпоинтов, боссы сложнее и враги. Ну, точнее, сильнее. Боссы и враги имеют дополнительные способности. Ну, давайте на... Ну, Mortal, ну, как бы, да. Это не Normal, это Mortal Tor. Привет, лайкбот. Это что такое? А, режим это, ваншотной смерти. Все враги и там эти какие-то хазарды, я забыл, как переводится. Ну, короче, будут убивать вас. Не, пока что поиграем так, как... Все будем по умолчанию. По умолчанию была эта сложность. По умолчанию это выключено. Играем. Так. Ну, знаете, что я понял? А, стоп. Я же кнопку прыжок поставил на кнопку вверх. Помните, да? Нет, ничего подобного. Прыжок это Z. Непонятно почему. М меню. Ничего не нажимается. Так, вы кто? О, привет, Ви. А, ты наконец-то проснулась. А... Я буду ждать здесь, пока рассказываю
тебе, что ты можешь нажать меню, чтобы кастомизировать персонажа, посмотреть ачивки и так далее. Нажмите меню во время катсцены, чтобы пропустить ее. Дополнительно ты можешь нажать respawn. Ну понятно. Что я могу еще сказать? Так. Значит, меню не на M. А на какую кнопку? Ну блин, солгри, ну почему-то управление нормально не сделал. Ну серьезно, я M на M поставил меню, а оно не нажимается. Я прыжок поставил на кнопку вверх, а у меня прыжок на Z. Кстати, дабл джамп это нету. Так, ладно, ищем меню. На какую кнопку может быть меню? Ой, это я рестарт нажал. А, на интер. Кастомиз черектор. А, ну пока у меня все закрыто, понятно. Ну ладно, оставим все как есть, да. Так, return to game. Доброе утро, Вия. Я это, искал тебя. Хочу кое-что тебе показать, идем за мной. Подожди, Руби. Да, странно. Ой-ой-ой. Так. Сейчас. Надо выпрыгнуть еще. Да, жесть. Не понял. Стоп, может я что-то не так делаю? Или это просто с места в карьер, так, ну, так скажем. Да ну. Хм. Это с воздуха же. А, она падает не сразу. Понятно, она падает не сразу. То есть, как бы, видимо, из акрилев, типа, немножко парит. Да, вот. Кстати, а как там по громкости, нормально? Так, а тут что? Типа это. Ну, давай на перегонки. 3, 2, 1. Куда? Ну. Не, ну. А-а-а. Это что? Ой. Что-то я даже не понял, куда надо-то. Хм. Сюда, видимо. А как? А тут разве можно каким-то образом? А, стоп, а через эту стену? Нет. Гигантская задержка? Ну это good game, значит, что я поделаю? Ну good game, значит, делает задержку. Ну да, победила. Хочешь снова? Возьми телепорт здесь. Ну да, попробуем. Да я забыл, ну. Ты какой рестарт? Ну рестарт это смерть, ну серьезно. Ну что это? А, удаляй. Не, я хочу победить в гонке. О. Success. Не, все, ререйст не нужно. Что ты хочешь показать мне?
Не, не, я неправильно прочитал. Ладно, давай по свету за мной. Суппозит, я не помню, как суппозит переводится. Что-то мы не суппозит здесь. Ладно, не очень понял. А я блин, не знаю, тоже не могу что-то перевести, что-то. Типа я могу что-то сделать, что он хочет, что ли, или что-то того. Или, а не, что я хочу. Что я хочу. Что ты делаешь? Не беспокойся, он это, бессилен. Видишь? Ну, типа, он это, ну как это, узник, да, за какие-то все проблемы, которые принес людям. Ну там, ну понятно, что они говорили, там типа иди тыкни в него. Глупцы. А, скрыть своим людям, своим народу. А, intimitable. Ну короче, что Джех Оул будет снова править, да? Вроде того. Запомните мои слова, ангела. Я должен восстановить мою силу и Vengeance, не помню. Ну какая-то Vengeance будет моим. Это может это место так называется? Не знаю точно. Хотя нет, с маленькой буквы. А, что случилось, Руби? Так, вот это я могу нажать, интересно? Нет. А, так. Ну, короче, я так понимаю, теперь идем спасать. А, что происходит? А, месть мщения. А, то есть он сказал... А, ну понятно, типа, говорит, отомщу, если такое. Ви, извини, что я оставила тебя там, да? Но нам нужно действовать быстро. Руби, оглянись. А, мне нужно найти Руби и отменить эту мес. Что это? Так, вы получили Staff of Purity. Staff это, забыл как называется. Посох, да, по-моему, Staff. Пьюрити не помню. Чтобы атаковать им, нажимайте шут. Атака будет направлена в 8 направлениях.
А, использует, ну понятно, стрелочками, да? Интересно. Анимации, главное, никакой нету, да, с самой этой палки. Ну, немножко неудобно прыгать и атаковать одной рукой, конечно. Так, это что? А, типа здоровье, что ли, установили? Так, я так подозреваю, что на эти шипики лучше не прыгать. Ну, я проверил. Случайно, конечно. А, это был сейф. Это был сейф. Без двойного прыжка непривычно. То есть надо как бы падать и потом уже прыгать. Да ну. Не, пока не привык еще. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А на шипак, кстати, сразу, да, выгибает. Так, это что? Как будто сейф вдалеке. Что-то здоровья вообще мало уже. Я тут лайк могу восполнить? Вроде нет. А, это столб! Что-то не очень очевидно, что можно касаться, что прозрачно. Да-да-да-да, я знаю. Это другая игра. Просто платформер. А как это без урона ты проходить? Что-то я не очень пока понял. Ну, как-то прям это... Напал, я его бью, а он... Да что такое? Я его бью, а он как бы меня все равно бьет. Вот, вот что, как бы, я не знаю, перепрыгнуть, конечно, можно было. Да, тут сюжет, много сюжета уже было. Ну, прям история. И диалоги. Конечно, сюжет, ну, как такой, довольно-таки банальненький, но он есть. Да, что такое опять? А почему два счетчика смертей? Что-то я не понял. И время разное. Это что значит? Так, так, так. Пробуем без урона. Ну, не, не получается. Все-таки может туда допрыгнуть можно. А, ну да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты кто, ты кто? А чё у меня горит? Надо и атаковать было, и это... А, там сейф, кстати, был.
Надо было просто уже добежать. Так, где тут прыгающая бяка? Вот, видите, я как бы прыгаю и атакую, ну, то есть я постоянно прыгаю, да? Потому что это, ну, одной рукой и прыгать, и стрелять, я к такому не привык. Может быть, на геймпаде было бы реально удобнее, надо будет, наверное, все-таки потом попробовать. Ух ты ж, вот эти вот, которые с огоньками, они суровые что-то. Ну чуть-чуть, ну, да что ж. Стойте. Да ладно, такая задержка большая. А, тут что, паузу нельзя нажимать? Такая огромная задержка. Че, минуту что ли, или там, или больше? Ну это что-то с Good Game, походу, да? О, без урона вроде получилось. Где второй-то? Второй должен быть. Да что ж такое-то? Ну, походу, как на Твиче, да, задержка что-то. Надо же, без урона, да? Ну или по крайней мере с сердечком, я же там сердечко взял. Фу, сейф. 30 секунд. Ну, жесть. Вот что мне с ним делать? Он там наверху летает, и что? Так, а что тут у нас? Стоп, а там направо... Ух ты ж, убил. Так, а тут что? А тут я не допрыгну. Так, тут явно допрыгну. Рушится. Непонятно, как избежать урона. Ну, как бы всегда уклоняться явно не получится. А там еще есть режим, да, где вообще это... Враги убивают тебя с первого раза. Ну это чё? Ага, подстава. Вот как его? Не, ну можно, можно, но надо приловчиться.
Уже здоровья нет практически. Дымит уже зад просто. А вот и здоровье. Только на шипике бы не наткнуться. А, не понял, а что делать надо было? Внизу? Да, может быть. Ну не могу я прыгать той же рукой, что это и атака. Я из-за этого как бы, ну... Либо прыгаю, либо атакую, либо делаю это абсолютно синхронно, что и тоже плохо. Чуть-чуть не дошел. Ух ты ж. Вот там секретка. А, там сейф. Так там сейф есть. Хотя, какой смысл мне от него? Ну там какая-то дверь. А как же там портал наверху? Уже три кубика снял. Что слева? Типа вот тут вы падать предлагаете, что ли? Я же оттуда, по-моему, пришел. Так я же пришел отсюда. Иди сюда. Сейчас подлетит как-нибудь поудобнее. Это было не очень удобно. Нет, там же столб, ты чё? Да это же столб. Не видишь, что ли, столб? Да я не знаю, как его без урона пройти. Ну вот не знаю, как его без урона пройти просто. Вот там такой же столб, как и вот этот столб. Точно такой же. Или ты имеешь в виду вот там что-то? Да, вряд ли, по-моему, туда никак не допрыгнуть. А, ты имеешь в виду, типа, ну, специально такая... А вот именно этот неосязаемый? Ну нет. Ну хвост, я тогда просто не пройду.
Да, поближе. Ты куда? А, вниз надо было сходить-то. Вон там секреточка. Вон там секреточка. В боссе не было врагов на уровне, ну практически. А, они же все заспавнились уже. О! Прошел без урона. И этого. И этого нарандомил. Так, секреточку надо как-то взять. Оп! Да убейся ты, ну. Что это? Боу. Так и думал. Надеюсь, секретка сохранилась. Как посмотреть-то? Нет, achievements это именно... Да почему паузы-то нету? Даже в боссе есть пауза. Ну, теперь в меню не заходит. Теперь в меню не заходит. Странно. В меню не заходит. Ну как хочет, ладно. Да, секретка взята уже. Меня-то их уничтожать, что ли, просто, да? Всех, кто там вылетает. Да убейся. Ой. Как? Ну, какой-то огонек, что ли, меня достал. Пека-пека, да. Да блин. Вес эти АЛЛ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 Л
Да он что, не убился, что ли? Убейся. Не, я не тебе, Ви. О, остался нимб. Ну, короче, баги детектед. Фу, ты в порядке? Шумы, а? Ангел, кто ты? Что случилось? Меня зовут Ви. Джехоул избежал из его captivity. Ну, короче, да, наверное, из заключения, не знаю, как дословно. И я пытаюсь найти моего друга, ну, наверное, подругу, да, которая была схвачена демонами. О, тогда... Сейчас. Так я должно быть в плавающем держателе? Ну, я кип это держать, да? Floating кип. Плавающий держатель, ну, я не знаю. Floating кип, короче. Это не моя домашняя, не мой дом, да, как Home Kingdom. Kingdom. Нет, Top Kingdom это королевство, да? Не мое домашнее королевство, как ты видишь. Я извиняюсь, мое имя Ира. Ну, как могу, а что я поделаю? Какой есть, такой есть. Можете помогать. Ну, правда, с такой задержкой. Ну, может она помочь, но... Я ослабла после ловушки портала. Все, что я... Сейчас, что? Первое предложение, вообще я что-то не понял. Сейчас. Типа, все, что она может сейчас, это не просить ей помогать, что ли? Или я неправильно понял? Ну, типа, что она сама обойдется, или что? Ну, короче, ладно. А, не, вот она что-то дала, да? Ну да, у меня английский донный. Не, по-английски у меня еще произношение хуже и смысл. Мне нужно смысл, а не прочитать. Пёрышко. А. Я должен был уже взять, оказывается. You have gained the ability to flutter in midair. Flutter? Это типа парить, что ли? Action default C. А, так это практически double jump. Ха.
А до этого она крылья не могла использовать, по всей видимости. Так, и что? А, теперь вот там, наверное, налево нужно, да? Или я ошибаюсь? Ну, не совсем ошибся. Cat ears, кошачьи уши. А, это типа customized character. Вот, head. Можно бантик. Уши кошачьи. Тут что-то еще. А, Винкс, Руби. Не, пусть будет Ви. Но мы же не на изи играем, чтобы бантик крепить, правильно? Ну, просто неудобно что-то как-то. Три кнопки в ряд. Я пока не сообразил, как их использовать. Ага. Чё, мигрени начинается, что ли? Я не понял. А, ну не так, их нельзя уничтожить. Это что, кровать? Found chicken? Это цыпленок? Как долго он был здесь? В смысле? Это что, тоже что-то сюда? А, кстати, тут больше... Это что? А, этот... Кольцо. А что за чикены, не понял. Стоп, тут что-то жесткое, по-моему. Да ну. Стоп, 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 стоп. А я могу сначала этот парящий сделать, а потом прыжок. Все. Да, по-моему, могу. Ну, немножко не попал. Во. Блин. Ну мне уже начинает нравиться. Кому нужен сюжет? Главное это шипы и мигрени, все. Да блин. А чё с жёлтый сейф?
Так он мне так не даст пройти-то. А ты чё, играл лэгбот, что ли, уже? Во-во-во-во-во, ну-ну-ну-ну-ну. Да, да не так. Да блин, он меня сбивает. Надо его уничтожить вначале все-таки. О, как удачно-то. Так. Только... Как тут перепрыгнуть-то? Стоп, стоп, стоп. А! Во. Фух, это был такой опасненький прыжочек. Что за рука? А, нельзя уничтожить. Сейф. Fuck yeah. Это что, стена? Она, похоже, уничтожается, да? Или что? Почему-то какие-то циферки идут. Что за циферки вообще, интересно? Они что-то дают? Увеличиваются. Не похоже, чтобы что-то менялось. Хм. Ну ладно. Так. А, это стена. Это стена. Что-то жестко. А, да там, я понял, там стена, и вон, висит. А я ее не вижу и задеваю. Ого, он половину сразу тратит это. Да что же я задеваю-то? Не достает. Хм. А, там еще разрушается пол. Блин. Это что я сделал-то, ну? Вау. Путаю пока управление. Просто путаю кнопки постоянно. Да что ж такое-то? Не очень удобно управление. Надо геймпад настроить. Вот чувствую, надо геймпад настроить. Потому что ну реально неудобно. Представляете, да, вот Z это вот этот прыжок, X это удар,
И С это вот это парение. Вот попробуйте как его представить. Это не очень удобно. Точнее, даже сильно неудобно. Ну что я должен был там делать? Да это жесть какая-то, лол. Не, что-то не так, я не понимаю, это же насколько там надо размикрить. Как же там... Надо, наверное, вылететь на парение оттуда, да? Направо. А не на прыжке. Почти, но что-то не совсем. Ну, эта игра оправдывает своего автора. Пока что. Учитывая, что это, по всей видимости, самое начало еще. Так... Как же там так замутить-то? Еще там сейф, небось, далеко где-нибудь. Да опять я не то сделал что-то. Ой, не ту кнопку нажал. Да опять я не в той комбинации нажал. Говорю, очень сложно что-то привыкнуть вообще. С прыжок. Прыжок С. А тут С прыжок. Привет, Интегра, но есть усложненный, где меньше сейвов. Демон мод, по-моему, называется. Что запрыгнуть-то? Интересно. Может, я все-таки что-то делаю не так? Может, я как-то все-таки можно уничтожить? Или нет? Может, все-таки эту стену как-то можно уничтожить? Да нет. Ты там что бегаешь? Не очень понял, как... Что такое было минус 2? Я что, минус 2 урона нанес? То есть я типа вылечил даже?
Надо до последнего надо, да, ждать этого полета. Только мне теперь об них задевать нельзя. Потому что уже, ну, потратится жизнь. Да, ну, тайминги. Не, надо туда приходить с полным здоровьем, наверное. Конечно. Придешь туда с полным здоровьем. Ну, это было близко. Торнис? Да, мне это что Торнис-то? Я сам хочу пройти. Или ты типа намекаешь, там вообще крабище жесткое, ну и что? Ну, в принципе, кому больше Торнис нравится, можете смотреть Торниса, я же не против, да? Да блин. Прохожу как могу. О, кстати, анимация на краешке стоит. Да что такое? Ну, какой-то жесткий момент уже. Либо я вообще жесть какой краб просто. А, сгиньте. Сейф. Только не спойлерите, ладно? Босс там, не босс. Дойду, знаю. Так, ну я же туда никак не могу попасть, по-моему. Да нет. Нет, это... А. Блин. Да что я сделал-то? Я сразу говорю, я не буду участвовать в гонке с Торнисом, кто быстрее пройдет. Так что как бы, ну, просто прохожу и прохожу. В конце игры будет босс? Хм, а ты откуда знаешь? Ну, например, есть игры, где в конце нет босса. Опять это вот какая-то битва непонятная.
Ну блин, они сейчас меня размикрят. Да потому что Торнис, наверное, играет на геймпаде. Все нормальные люди. Они на вот этом управлении. С одним хп пришел. Ура! Победа будет наша. Это не моя полоска жизни, это полоска битвы, так скажем. Моя-то сверху. То есть это общая полоска на вот эту битву, а не какого-то врага конкретного. Ну хвост, ну я в принципе про нее и подумал. Да как же не взял это, ну? Да блин. Не, давай как-нибудь поближе встань. Да что ж так далеко? Ну, хорошо, что они хотя бы, ну, бесконечно не вылетают, то есть я могу вот так вот помикрить одного. О! Эй, что-то вы мощные. Так, по-моему, статичны, да, все враги, то есть последовательность. Ты что, выжил, что ли? Нужна какая-то стратегия. Он в себя выстрелил, прикольный. Убейся, ну вот этот вот самый вот он это. А, прям на мне появился, ну офигеть. Ой.
Да не знаю, как его без урона проходит эту вот букашку. Огненного хотя бы можно там побегать, помикрить, а это вообще хрень летающая. О, да, классно прям. А чё бурить сначала не начать? Две этих потратил, 2 хп, или как это называть, 2 полосочки. Вот эти тоже какие-то назойливые. Не, надо в следующий раз управление на геймпад настраивать. Или хотя бы кнопки какие-нибудь другие. Ну потому что это жесть. В таких местах, если я уже как-то попривык, то вот когда бой, то это пипец. Ну, потому что, ну как бы вообще пипец. Да как он так точно выстрелил? Ну, офигеть. Это жесть. Так, это не последний или... А, нет, явно нет. Так зачем, если тут через настройки настраивается управление? Зачем я рестарт сейчас нажал? Не, ну... Что-то игра, походу, сложная, ну, как бы, а ты думал, Солгрин какой-то изи, что ли, выпустит? Я как-то не сомневался, что она сложная. Это не, она не должна быть легкой прогулкой. Если тут не с первого, это, и убивают, не с первого шипа убивают, то это еще не значит, что она легкая. Хотя шипы тут как раз-таки с первого раза убивают. Так, ну давай как-нибудь поудобнее. По идее, вот он когда выстрелит, потом к нему можно подходить уже и бить.
Не, ну даже, ну... Все, сейф. Стоп, а куда дальше-то? А, вряд ли сюда. А, все-таки туда? Стоп, а как? Не понял. Ну, с этой платформочки же вроде не получится. Или получится? Нет. Не понял. Что происходит? Куда идти? Тут ничего не изменилось. Вроде нет. Ну, ползает кто-то и что. По идее, вот такое ощущение, что там именно наверх надо, но... И как бы, раз я раньше туда, по идее, не мог забраться, то надо с этой платформы, но... Что-то я не пойму, что она мне дает. Ну, явно недолет, ну, такой прям сильный, что... Привет, Элис. Загадка, блин. Не, ну прям вот туда явно же. Потому что там он вроде бы даже что-то лежит, то что там это разрубить можно. Я в непонятках. Тупик. Солгрин, ты что, думал загадки делать? Или у меня тупняк какой-то жесткий прям? Мне же ничего не дали нового. Ну ничего нового нету. Налево тоже явно некуда. Ну, Тор, ты подсказывай, если ты видишь что-то. Кстати, нет секреток? Нет. Ну, в тот раз, когда я такое прошел, там этот... одна из ангелов выпала оттуда, из этого портала. Мы там поговорили, она дала перышко. Сейчас никто не выпал. И непонятно, куда идти. Вот тогда мне как бы из того, что перышко появилось, я понял из-за этого, куда идти, да, потому что, ну, я смог там забраться. А сейчас мне ничего нового не дали, и как бы, ну и что? Ну... А что сегодня было?
Не, ну там такой недолет, что вообще. Ну, может, надо выйти попробовать все-таки. Ага, тут еще попробуй выйти. Ну, выйти-то можно. Посмотрим, не изменилось ли чего тут наверху. 100 смертей, ну да. Вот, ну тут же наверху, ну явно что-то есть, да, вот. Фиг его знает. 5 КамАЗов с мебелью. То есть думаю, все-таки надо возвращаться. Так, интересно, я могу перелететь? А в принципе, а зачем? Ой, перелет. Здесь была комната? Нет, тут не было ничего такого. Где? Не хочу тут опять прыгать. А, стоп, тут была стена, кстати, которая это. Может, она открылась? А, стена исчезла. Вот жесть. О, стоять. Ты то одна из тех, кто. Так, сейчас. Одна из тех, кто ходит вокруг, закрывая мои какие-то порталы. Типа я их это типа колдовала часами. Кто ты? О. Хм. Ну, как бы, я не знаю. Тут предлагают, да, ввести имя. Ну, как бы, у нее же имя Ви. Но, я так понимаю, здесь нужно ввести именно, ну, как бы, логин, да? То есть, может, сюда все-таки написать? Ну, непонятно. Ну, то есть, вдруг это, там, если какие-то будут опять лидерборды, там, да, в конце и все такое. То есть, чтобы там был, наверное, именно мой ник. Ну, я напишу, короче, то свой. Так. Хм, а что, нельзя за главными? Ну ладно. Звук как при наборе номера в телефоне. I'm so dull. Ну ладно. Странно, до этого говорил уже там Ви вроде, ну как-то, да. Непонятно, почему именно сейчас вдруг сменилось. Блин, надо было тогда все-таки Ви, наверное, писать. Ну ладно. Ну, кстати, доль смертей, походу, потому что уровень я прошел, да? А, во, можно отменить. Не, ну тогда не. Тогда напишу все-таки Ви. А то как-то смотрится ужасно.
Фамильяр, я забыл, как это, Юлук Фамильяр. No one messes with my questions and get up. Ну, месс это типа. Привет, Ксипи. Сложное. Ну, довольно-таки есть сложные моменты, где там нужно микрить или драться с этими всякими монстриками. Сейчас, это смысл предложения. Ну, короче, ну, никто там не помешает с моим созданием, что-то мне, ну, что-то в этом роде. Стоп, ну, я же только что это прочитал. Вип, почувствуй Wrath, блин, Wrath, не помню, Wrath of Myogi. 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 Мьёги. Ну давай, посмотрим. Ого. А бить-то можно? Ноль. А, зачем убивать-то? Просто можно, да? Упасть и все норм. Так, а тут секретки никакой нет справа? Ну, вроде нет. Диалога повторного не будет, это хорошо. А, вон. Пока ржет, можно бить. Угу. Бай-бай, значит, вот это надо прыгать. А, почувствуй ярость. Ну, что-то она слабая, по-моему. Так. Ай-яй-яй, ну только не вниз падать. Это что? Так. Feeding time. Стоп, она ржет, ее бить можно? Нет? Наверное, надо уничтожить начале этого летающего. Эй, а чё у вас их уже двое? Defeat. It's feeding time, да. А, забыл про второй прыжок-то. А, рандомные, что ли, атаки? Чё-то она сразу с этих-то начинает. Раз не было. Так, раз, два и можно бить. Так, наводилки. Feeding time. Ну, нафидил. Feeding time, нафидил. Ну, это вот первый уровень, по сути, закончился. Первый босс. Да что же я забыл про это. На таком-то не нужно тратить... Да. Так, норм. Так, всего три атаки на этих таких делает. В принципе, легко вернуться. Так, вот это непонятно. А, ну, в принципе, стой, бей.
А, так можно рандомить, что вообще не будет этих летунов, походу. Это хороший... Ну и что ты меня-то прям? Да... Amuse me. Это где... Где такое говорит? Не понял, вообще ничего что ли потратил? А, вот Amuse Me, да. Да, хоро, хватит падать-то. Да-да-да, я уже услышал. Серьезно, ямы страшнее, чем сам босс. Да как точно-то? Да, я не знал, к тому вернуться. Too easy, говорит? Вот самое не очень, если честно. Стоп, посередине дырки нету, там камень же. Да что ж, я думал посередине тоже дырки. А тут дырки оказываются только вот. Да блин. Только вот по краям. Ну как-то я на эти камни не обращаю внимания. А сейчас смотрю, что я на воздухе-то стою. Так, ну это упрощает, в принципе, задачи. Ой, ну вот эти... Так они, ну вот это вот, наверное, самое неприятное, потому что они быстро летают. Даже вот те, которые большие, глазики летают, они то норм. О, ну и сразу давай, да. Конечно же. Да что же они меня сталкивают-то? Так. Осталось-то на два удара у него где-то, да? А, не, на один даже. Шилдбрейкер. А,
Ну, типа, не может быть, чтобы была побеждена маленьким ангелом. Ты типа видишь не в последний раз меня, Ви? Вот это что ли он говорит? А, ну да, ты ответишь за что-то там свое. Я обещаю. Еще одно перышко? Че, тройной прыжок? А че, не, я не могу ходить. А, я не могу ходить, если что. А время идет. Все, наигрался. Меню не нажимается. Ничего не нажимается. И что? Рестарт нажимает? Ну серьезно, Солгрин, ну как так можно было? Ну, походу, завис он. А, так даже рестарт не нажимается. Даже рестарт не нажимается. Escape, ну escape, по-моему, и так ничего не значил. Enter не нажимается. Ничего не нажимается. А, ты видишь не последнюю из нас, там она говорит. То есть, ну я понял. Блин, ну вот, все. И по-любому босса заново проходить, да? Тут автосейв и фиг будет после босса. А, доступно обновление, патч вышел. Ну давайте патч поставим. Все, поставили патч. Так. Версия 1.0.1. По-моему, так и была версия 1.0.1 на самом деле. Так. Давайте тогда, раз уж мы зашли, попробуем конфигур контроллер. А, сейчас. Еще раз надо тогда игру запустить. Я включу контроллер для начала. А, блин, у меня. Сейчас он. Нет, батарейки не вставлены. Так, контроллер включен. Запустим игру. Потому что возможно, что если подключать его во время, когда игра запущена, то он может, наверное, не увидеть просто. Нет, он не видит контроллер Xbox 360. Именно игра не видит. Не, ну я могу взять другой, тот какой-нибудь вон Genius там валяется. Сейчас. Правда, к управлению заново привыкать придется, ну. Ну хотя что тут, я бы не сказал, что я прям привык к нему. Так, ну наверное теперь по-любому перезапустить надо. Гринсофт. А, контроллер фаунд, ну давай. Так, вверх. Что? Ну я нажимаю. Нет. Чего? Ну я нажимаю на контроллере. Крестовину нажимаю, ничего. А, не в какой вверх? Считаю джамп, говорю, вверх. Ага. Так, прыжок. Ну прыжок пусть будет X. Шутку квадрат. Экшен кружок. И меню R1. А респавн, ну, L1 пусть будет. Ну, это я говорю, да, как на PlayStation, на самом деле у меня Genius. Так, 116 смертей, да. Уже 10% пройдено. Ну, конечно же, босса надо проходить сначала. Так, интересно. Ну, в принципе, все работает на геймпаде, да. Босса проходить.
А, ну да, бить же надо ее. Ну, вроде удобно на геймпаде. Просто удобно. Ну. Тут же спамить особо не надо, прям бешено, так что... Ну, да, это дело. Надо, конечно, на этой атаке не попадаться. Ну. Так, 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 так. Ну чё, давай, чем-нибудь легкое. Ну это же вроде легкое. Последний удар ей остался. О, повезло, нарандомил. Ну, нарандомило, нарандомило. Ни одного нормального фидинг тайм не было. Вот. А, мы еще увидимся. Но мне тоже показалось, что она имеет в виду именно еще увидимся, потому что... Она же вроде как бы не погибла, просто убежала. Слайд. Ага. А, вниз и вниз и экшен. Ну это походу патч был как раз таки исправляющий этот зависон, да? Наверное. А. Я перепутал опять кнопки. А, это стена. Ага, это можно уничтожить. Все-таки немножко забываю, так. Скольжение, прыжок. Прыжок, летать. Просто скольжение и парение одна и та же кнопка, и немножко это тоже так путает. Угу. Просто скольжение это вниз плюс парение, так скажем. А что, опять какая-то битва будет? Или что? Почему желтый? Я не понимаю, чем желтый сейф отличается от... ...на другого. Ну, музыка, да, такая хорошая, спокойная музыка. Так. Ох ты ж. Это что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прикольно. Затупи. А, стоп. А-а-а, мне не надо разрушать платформочки. Ну, точнее, по одной надо только разрушать. Так, а я думаю, что так просто. Оказывается, вон что. Это меня как бы сгоняет оттуда, чтобы я назад не пропрыгнул. А, ну все равно это простой момент, так или иначе. Так. Фух.
Нормально. Нет, а слева что? Да я так и думал, что там что-нибудь. Да что я делаю? Стоп. А как, я же не могу скользить в прыжке-то, да, или что? А, нет, зачем скользить? Мне нужно упасть. И там влево полететь немножко так. Оп. Это что? Скарф. А, это... Шарфик, да? Так, а меню у нас на какую кнопку? А, вон. Так. А, можем вот такие еще крылышки, да? Да, ставим V. Tail. Ха. Да не, уберем. Аксессуары. А, то есть можно убрать этот став. Стоп. Шарф, а и бить я смогу все равно. А, да, бить она может все равно. Не понял. А как туда добраться? А. Так. Там просто яма, я думаю, как мне здесь поступить-то? Я думал, может, по воздуху можно скользить там немножко. Нет, сразу падает. Тогда пока я не понял, как пройти этот момент. Просто прыгать, что ли? Эх ты ж. Понятно. Ну да, можно без урона даже было пройти. А вот это, я так понимаю, на самом легком режиме здесь был бы сейф, да? По всей видимости. Так, а не могу сквозь стену убить? Ах, ты ж предусмотрел. Лабиринты. И как? Я же не могу подкат, ну то есть подкат мне не поможет здесь, они низко летят. А, ну подкат скорость развивает, вот, значит из-за этого что ли как-то можно выжить. Да ну. А, желтый сейф это, наверное, который... То есть на харде только желтый, наверное, есть. Ну, не на харде, а на этом демон моды. Так, я понял.
тайминге. Но это легкий момент. Ну блин. Так. Парим. О. Здесь скользить надо. Скользить же, ну. Фух. Не самая легкая игра, скажем прямо. Да что же я не успеваю? Наверное, там скользить, может быть, надо тоже. Ой. А, не, можно и так. Парим, прыжок. Подкат, подкат, парим, прыжок. Парим и прыжок. Ну норм, хотя управление уже разобрался вроде. А, до 5 декабря она стоит что-то 200 с чем-то рублей. Сейчас скидка там 5% или 10%. Я вот думаю, как это... Опасненько довольно. Сейф. Тоже выглядит довольно опасно. Да. Как же там таймик-то подобрать надо? Ну ладно, хоть так. О, это что? А-а-а! Посмотреть, что впереди ее, вон оно как. Прикольно. Так, еще раз. Так, значит, я должен... так, вперед там делаю, допустим, подкат. Потом чуть парю и прыжок. После чего... Прыжок. Приземляюсь, там подкат. Еще подкат. И там выпрыгивать. Ну, попробуем, что. Смотреть можно сколько угодно, надо пробовать, да. Это что за звук там странный? Эй, ну немножко не вышло. А, так там же еще и сейва-то не было. Ух ты ж, без урона. Давай-ка замочим его. А то нечего тут всякой живности находиться. Да не хотела сюда. Полет, прыжок, да что ж такое, ну. А, упал. А, не, ну тут, в принципе, легкий тайминг. А, она еще и падает, я что-то не подумал. Стоп, стоп, стоп. Я все время забываю, что она падает. Надо там резко действовать. Ну, на этот раз я не забыл, но...
подкат. И нет. Да, ну, то надо не такой полет делать большой, зачем? Затупил теперь. Что-то думал, что выждать, пока пулька это пролетит. А там-то платформочки же тоже падают. Значит, там надо действовать исключительно быстро. А как же так надо извернуться-то? Хочет. Что-то ну, как-то надо вот, не знаю, собраться. А просто, чтобы не валялся. Да это время-то почти не отнимает. Ну, нечего тут ему сидеть, потому что... Фух, ну хоть так, с потерями, но... Доигрался. Ну ладно, сейф-то есть. Оп. Чё происходит? Подстава какая-то. Так, как быть-то? Не успеваю сообразить толком. Сейчас. В принципе, все понятно. Мелкого надо еще наверху убивать. Да блин. Никак. Наверное, все-таки в начале того, который справа. Мелкого-то надо не забывать. Вот и все. Ну, правда, сейва-то нет. Ха, тайминг-то опять. Вот легкий, в принципе, тайминг это.
А, стоп, а куда дальше-то? Наверное, туда направо надо было, да? Так, а что внизу? А вон сейф-то, ну. Ой, большая эта штучка. О, руби. Так, 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 это, блин, пропустил случайно. Типа не хочу нарушать планы с его папы, что ли, да? Так что я сделаю lovely creature just for you. Типа вот это, как это перевести? Тогда я сделаю это обожаемое создание для тебя, или как? Ну, в общем, ну вы поняли. Я не знаю просто, как это перевести, lovely. Теперь. Мэтр. Мэтр это... Не помню. Ну, главное, чтобы прочитали. Доктор Гора? Стоп, а как мне уворачиваться на этой платформочке? Ага, тут можно было прыгнуть явно. Прикольно. Наверное, подкат надо использовать. По-любому подкат надо использовать. Здесь тоже надо было, что ли, подкат использовать? Что-то я не понял. А, ветер, ветер. Я вообще пока ничего не понял. Вообще не понял, что делать. Так я... А, подкаты, подкаты. Да, подкаты на шипы, как это классно. Вот это непонятно вообще как. Походу подкат. Да, засмотрелся. А, подкат же. Ну, это пока запомню, это пройдет вечность. Ветер, ветер, ветер. Подкат. Прыжок, прыжок, подкат. Ага, ну тут все понятно. Тут вот непонятно. Ну, типа сейчас было время ударить, да, пока он там флопочил.
Ты бету видел даже? Я не знаю, как его можно урон наносить нормально. Когда наносить урон? Вот сейчас? Ну, как видишь, уровни сложные. Нет, не подкат, а как тогда увернуться, непонятно. Вниз, что ли? Ну я так понимаю, на этом боссе застряну, да? Раз ты говоришь, боссы тут сложные. Ну первый босс был-то ерунда, но это, наверное, так просто, потому что первый, да? А это тоже, походу, серьезный. Что же делать-то? Не, ну извини, я же уже прошел больше и после этого играю в эту игру. По-любому уже как-то получше стал играть немного. Ну, в смысле, что значит, если что? Ну, так ты либо говори, либо не говори. Ой-ой-ой, ну как вот? В принципе, я только одну атаку чисто не знаю, как пройти, да, остальные я без урона, ну, по крайней мере, знаю, как пройти. А, не, вот это непонятно, подкаты не помогают. А, нет, в смысле, так это она и есть, ну да. Не, здесь спойлеры только по сюжету, а... Не, в смысле, ну короче, смотри, спойлер это то, что наперед, а подсказывать, как пройти вот то, что я сейчас вижу, это можно, почему нет? Этот, у меня просто был челлендж именно на боссе с Алгрини, что я хотел его пройти без подсказок, но правда в конце все-таки сдулся. А так вообще можно подсказывать в играх, почему нет, именно как вот то, что я сейчас не могу пройти, да? Конечно же можно подсказывать, почему нельзя-то. Идеи можно предлагать, если, ну, именно не знаешь, там, ну, есть какие-то идеи. Для чего стрим-то? Чтобы вместе проходить. Мы же считаем, что вместе проходимся. Ну, правда, управляю только я, но как бы обсуждаем вместе, играем вместе.
Ну я так и думал, просто боялся сделать. А когда его атаковать, вот я не пойму. Привет, Тролбастер. Да опять эта атака, я путаю ее. А, так ему можно и по ноге бить, оказывается. Так его можно всегда атаковать, его можно не только по голове, по ноге можно. Ну я не успел. А как успеть-то? Надо прыжок делать, наверное. Ну, что-то у него вообще очень мало отнимается. Попал-таки в меня. А, ветер, ветер. Да как он мог это попасть? Ну хорошо, я уже начал его атаковать, уже половину с него, значит, я думаю, уже ну, прогресс есть. В любом случае. Даже больше половины снес. Ну явно сейчас не пройду, конечно, я думаю. Но я понял мысль. Ах ты ж задел ногу. Ну, так я же еще не прошел, не потратил 300 попыток на него, только 13 попыток. К тому же, я думаю, твоя бабушка очень скилловая. Уже и Камилью третью, скорее всего, прошла. Так. А, ветер. Не туда, ну. О, это удались. А, я все, я чатик начал читать. Как он, ну. А хвост, тут же видишь все такое там демоническое, все такое, так что. Какие объяснения, ты о чем? Да блин, ну неправильно. Идеально, блин. Ну конечно, ну это все. Да ну удалю. Ну что-то, блин, совсем неудачное начало даже. Правда, блин, за удаление тоже смерть, короче. Уже так просто не порестартишь бесплатно.
На ветер. А, да, я забыл, что он после этой штуки делает. Так. Ну норм, продвигается дело. Опять свою... Стоп, это что за... Что такое происходит? Что я только что сделал? Зачем? Подожди. Он, короче, слез стал. Он меня только, он только цвет текстурки сменил, а я уже все сразу не могу ничего сделать. Поставьте кто-нибудь кэпа Тора. Так. Что, сейчас усиленный будет уже? Ай, да ну опять он меня затроллил. Ну как задел-то я? Ну как ты? Нет, а смысл об этом говорить, когда я это уже увидел? Ну то есть... Я вижу, что есть усиленное, ты говоришь, что знаешь, тут есть усиленное. Странно довольно. Ветерочек. Ну, атаки, в принципе, несложные. А, это ветер. Да ну, упал. Да еще раз упал. Ну да, офигеть. По-любому же пройду теперь.
Опять затроллил со своей этой штукой. Ну блин, что-то я не то сделал. Надо запомнить, не надо выпрыгивать туда, я и назад не запрыгиваю, что-то нифига. Хотя можно, но я не могу что-то. Ну надо там или парить еще. Я не, мне не срабатывает что-то реакция. А это что за этот был лаг? Походу фишка из босса в виде лага, да и до сюда дошла. Как это могло произойти? Вроде же я всегда без урона эту атаку проходил. Ну, в последнее время. Какой прыжок? Что-то я, моя последовательность действий хромает. Торможу. Башке получил. Ну, жесть. В смысле? Так это же не Айвана игра-то. Тор, ты о чем? Полно есть в Сеге там и в Денте там игр, в которых ничего не заспамливал, потому что там это просто нельзя сделать. Немножко я не понял, о чем ты. Я тут все атаки вижу по много раз просто, так что какая разница, я и так его все атаки вижу. Нет, я не понимаю, о чем ты, ну то есть совсем, почему это. Я вижу все атаки и что, ну, выживаю их в основном. Но иногда бывают косяки. И как это связано с тем, что ты сказал?
Об ногу задел. Так. Да как я задел-то здесь? Тор не вменяем. Ну, я подозревал, конечно. Да хорош об ногу задевать, ну, упоротый же, что ли. Конечно. Сейчас затрали, да? Да. Не затралил. Ого! Эй, ну это, подожди. То есть он сделал после смерти интересной концовки на боссах, что ли? Он взял, съел эту ангела. Как ее? Подожди, Руби, да? Ну, стоял. Да не, сразу удаляй. Один удар так нанес. Ну там что-то реально прям сложно становится. Вроде казалось бы чуть-чуть такое усложнено, но как бы оно и так было прям на пределе. Ну не на пределе, ну ладно. Ну будем говорить так. Не самое простое. А тут еще увеличилось. Ну как бы я и на этих атаках иногда урон получаю, а уж на тех что-то вообще один только урон и идет. Надо вообще без урона до туда доходить, по идее. До второй стадии. Пойду я без урона, как же. Так, он усилился.
Оу. Да я же жал. По-моему, невменяемый тут я. Ну как можно было сейчас не подскользнуть? А зачем туда лезть? Нет, это можно сразу удалять. Блин, ну... Хорош. Что следующее? Угу. Уже? Да, по-моему, когда меньше 4, да, у него целых остается, он уже включает. Ну блин, ну надо было просто нажать С, ну это, блин, кружок этот. А, так нарандомило хорошо, потому что у него дурацкая была эта фаза, когда вот он выпускает свои по кругу, в какой там это было, эта фазе происходит. Ну короче, когда плюется. Но сейчас хорошо нарандомило. Опять? Что, решил побить ангела, что ли? Ведь он же на нее прыгает-то. Ну, на Руби. Я что, задеваю? Да ладно. Как я задеваю? Поролся.
А хрен знает, как это размикрить. Вот это вот я про это говорил, хрен знает, как это размикрить. Ну блин, ну что это, ну что это? Ну офигеть, блин, так хорошо шло без урона, да. Как зафейлить все за 5 секунд называется? Все, да? Блин, ну хоть так. Может, я не знаю, как это лучше возникнет. Опять? Да ты издеваешься. Да почему он два раза эту фигню сделал? Как? Ну почему я мне не сработал тайминг? Стабильность просто поражает. Ну, бей-то хоть чуть-чуть-то. Так. Ну, это надо без урона. Немного осталось до второй стадии. Сейчас добью до второй. Все, вторая. Да не буду рисковать. Задел, там так было легко ее не задеть. Ну подкат не всегда удается. Вот такой кипиш особенно. Я вроде жал. Да просто надо дойти до второй стадии с полным здоровьем. Ну или с, ну, почти полным. Вроде же все знаю, а что тут? От чего тут тратить-то? Я вот это не знаю, что ли? Ну вот.
Ну что, вот это что ли, не знаю? Ну тут вообще нет чего тратить тоже. Ну блин, полеты вообще легкая же. Ну здесь тоже, конечно, можно иногда упасть, но в принципе-то. Ну, все, с полным ХП дошел. Только бы подкаты удавались. Остальное, блин, фигня. Так. А, вот эта дурацкая, блин. Которая без урона фиг пройдешь, вообще непонятно. Вообще непонятно, как ее пройти. Забыл. Да лети ты. Да лети. Упоротая. Давай ветер. Блин. Тут-то с таймингами. Вот когда он приземляется, там... немножко надо с таймингами поработать, когда, потому что он, когда второй раз прыгает, он чуть смещается, и мне просто некуда уже обычно. То есть мне нужно чуть позже начинать двигаться по платформе. А так вообще это тоже халявная эта фаза. Даже на второй стадии. Да блин. Ой, хрен я там урон получил. Еще урон получил? Ну это, блин, вообще. Ну не будем отчаиваться. Может и так на рандоме. Ну на подкате, ну. Нет, не, я не могу на это смотреть. Блин, так и думал, ну ладно. Немножко неудачно, но вроде без урона, так что сойдет. Я придумал, надо подкатом, когда он на второй стадии эту фигню свою делает, вот это вот, ну, приземление резкие. Нужно подкатом же делать в последний момент. О нет, ну... Ну блин, хвост, это же не Солгрин, ну, босс. Ну и нахрен. Пипец, блин. Ну прыгай ты нормально. Можешь же.
Эх, блин, это шанс, только бы размитрить. Ну. Бабах. Фью. О, Руби. Руби, ты в порядке? Я в порядке, но я не чувствую свои крылья. Они пропали. Что? Нет. Мои красивые крылья. Не плачь, я уверен, мы сможем вернуть их обратно как-нибудь. Я никогда не смогу взлетать снова. Ви, ты хочешь найти Конвинг, не знаю. Конвинг, который атаковал ее и победить его. А, не ты хочешь, а тебе нужно. Да, тебе нужно. Единственный путь это... ну, я не знаю, как по-русски слово реверсировать. Ну, как бы оно заимствованное, да? Но есть какой-то русский аналог. Обратить заклинание. Ну, спелл это типа заклинание, да, вроде. Обратить заклинание. Overheard. Не помню. Overheard. Ну, фиг его знает. Your conversation. Короче, что-то она сделает, и она думает, что это поможет. Конвингс вернулся в его логово однажды. Ну, короче, он собирает ангельские силы. Это должно быть вход в логово. Вход в логово должен быть где-то глубоко под землей. К сожалению, я не могу помочь тебе. Мне нужно покинуть, ну, уйти и помочь моему королевству. Спасибо тебе за помощь, Ира. Нет, нельзя терять времени. Удачи. Пошли, Ви. Мы не должны найти выживших и помочь им. Пойдем найдем логово, тогда я могу вернуть свои красивые крылья обратно. Ек. Это, видимо, без перевода. Celestial Veil, что-то не успел прочитать. А, стоп, не управлять надо. Это же какой-то самолет, ну, типа шаттл что-то. Я надеюсь, что сейф как бы был. Да, сейф был, ну, блин, ну вы поняли. На этом на сегодня хватит. Я так понимаю, я прошел то ли один, то ли два уровня. Ну, по-моему, два, потому что это тот босс первый, который это... Feeding Time, да? Это, по-моему, это был как бы тоже босс. Хотя, конечно, как полноценный босс выглядит вот этот именно... С кем я только кто сражался. Ну, так или иначе, я дошел до какого-то очередного уровня. И все, на этом хватит на сегодня. В принципе, вопросы, пожелания, замечания, предложения, как обычно, можно писать в чат. Всем спасибо, что смотрели. Увидимся на следующем стриме.